Всем привет, доброе утро! Бонжур! Бонжур! Нам сейчас предстоит идти 6,5 километров. Мы идем к Эйфелевой башне. Мы идем пешком, потому что сегодня снова замечательная погода. Да, и мы вообще сегодня... Сегодня 24 градуса. Мы вообще планировали, ну как планировали, думали, скажем так, сегодня утром побегать здесь, в Париже. Но у нас не получилось, потому что мы поздно легли, потому что Джордану сегодня на работу на 11. Вот, и он там сделал кальян, купил вина, и мы очень где-то около 3 часов дня, около 3 часов ночи мы легли спать и проснулись. Я вроде утром как проснулся, но у меня все тело было не готово вставать и бежать, и поэтому я решил, ладно. Потому что если бы я на самом деле побежал сегодня, я сейчас бы вот такой вот выходил бы целый день. Да, вот именно. Мы вчера прошли 15 километров, кстати. Да. Да. А рекорд Стокгольма был 18 километров. И мы его победим. Ты думаешь, сегодня? Да. Конечно, нам только 6 километров до Эйфелевой башни идти. Ага. Зашла в марокканский магазин, кстати, он там за мной. И я купила себе браслет. Смотрите. С верблюдами. Покушали возле самого мейнстримного вообще места, наверное, Европы. Пикник место, да. На самом деле там реально клево пикник там устраивать. Там очень много людей, очень классная погода, зеленая травка. Вообще, ну сегодня идеальный день. Да. Очень мило, да, все. И Эйфелевая башня рядом. Mm-hmm. Прям чувствуешь, что Париж. Да, прям Париж. Да. Вон он прям. Кстати, мы вчера себе купили еще в Старбаксе кофе кап. Да, чашки для кофе. Да, чашка для кофе. Мы купили термочашку, которая держит воздух, держит температуру. Вот, и мы дома все сделали кофе и сейчас пьем. И таким образом сэкономили, потому что кофе мы покупаем всегда, независимо от цены. Да, мы решили, что так может быть будет дешевле. Да. И многие кафешки, они ставят цену меньше, если ты приходишь со своей чашкой. Да, кстати, это в Латвии. Да, я думаю, что здесь тоже так абсолютно. Да, расходы-то на стаканчики, получается, уменьшаются, мы со своим приходим. Ну, не все хотят это учитывать. Да, естественно. Возможно, здесь в Париже это не учли. Да. Потому что здесь все, на чем можно заработать, на этом и зарабатывать. Сейчас идем, Дима сменил свой наряд на футбольный. А я потому что, да, они сегодня с Жорданом идут на футбол. Да. А я жду Софию. Сегодня София прилетит с Украины, кстати. Да, и Джордан купил билеты в секторе, там, где сидят ультрас.
Поэтому, да, мы сегодня будем кричать песенки. Мне Джордан обещал скинуть песни. Вот, я подучу текст и буду вместе со всеми орать. Все равно на французском читать не умеешь. Ну, все будет... Ну, так, нет. Ты так... все буквы читаешь, это а нужно будет... не все буквы читать. Ну, это же будет... Там же будет хор, как получается. И никто, наверное... Я не будешь выпаду. Будешь просто... Я, наверное, не выпаду. Да, так... Так зачем слова учить? Я так... Пари! Пари! У нас тут была немножко минутка слабости, мы зашли в Сочи. Но на самом деле Диме просто очень нужны были уже часы, потому что у него даже порвался ремешок. Дима, покажи. Мы купили новые часы. Они такие перламутровые, переливаются, и там розово-оранжевые стрелки. Да. А я еще тоже себе купила. Вот нечаянно. Да. Я купила себе просто классические белые часы. Еще покажу. С золотыми циферками. Вот. И также, ну, мы не могли оставить Диму совсем без вторых часов. Это же его любимые часы Swatch. И мы купили к ним ремешок белый. Раньше он был синий с голубым, а теперь он белый. И... Теперь они синие, белые. Да. Мы с Джорданом идем болеть за Париж. Да. У меня вот футболочка, у Джордана футболочка. Да, ПСЖ сегодня играет. What is the name of the team? Гангон. 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 Да. Ган... Как? Гангон. Гангон. С ними один раз играла Динамо Киев. Вот. Я знаю эту команду, просто ее очень сложно... она называется для русскоговорящего, поэтому я... Да, поэтому я спрашиваю постоянно у Джордана. Нет слова, у меня сел голос. В общем, это, пожалуй, самый лучший матч, на котором я был. Самый громкий, так точно. В общем, я пошел домой лечить голос. Кстати, ПСЖ выиграла 4-0. Я теперь никогда не смогу смотреть футбол, сидя, и смотреть футбол по телевизору. Спасибо ПСЖ за это. В общем, София уже приехала. Ой, уже нет чемодана. В общем, уже разобрали чемоданы. И мы будем сейчас все пить вино за приезд и все такое. Вот Джордан купил очень вкусное какое-то вино. Дима пришел, у него уже немножко появился голос. Да, Дим? Что, появился? У тебя голос появился. Да, потому что на последнем видео там совсем все плохо. Вот. И будем с вами прощаться. Всем пока, всем до завтра. Встретимся.